не знаю, что. 1100, наверное. Но все-таки человек работает в такой должности. Должна, соответственно, зарплата быть. Ну, наверное, 1000000, наверное. Ну, я не знаю. У него обязанности очень большие. За все отвечает, потому что слишком много. За всем надо смотреть, углядеть надо. Это не то, что там пошел пол помыл, да ушел сидеть дома. Ну, я не знаю, но не менее 500000. Расходы свои. Ну, пусть будет 40 тысяч. Средняя, ну, у него же должна быть выше средней, как бы, ну, пусть будет в 5 раз больше, если средняя, сколько там? Минимально 7 тысяч, как бы, умножаем на 5, и, ну, 40 тысяч, как бы, я считаю, нормально, в 5 раз, чтобы удовлетворить его, как бы, это, умственные его, вот,